Подожди! Мам, это что? А главное, зачем? Вы о чем вообще? Итак, родители, и кто из вас отключил интернет? Признавайтесь, сами учили, что врать нехорошо. А, это не я. Я даже не знаю, как это отключать. И подключать тоже не знаю. Не, я-то, конечно, знаю, но это не я. Думаю, это сделал папа. И какой же у меня мотив? Это смешно. Не мотив, а мотивы. Целых два, а может и больше. Мотив первый. Я разбудил папу, когда выиграл. И что? И при чем тут это? Мотив второй. Папа обиделся, что я не хочу заниматься боксом. После чего устроил все это. Папа уронил перчатки, нагнулся их взять и незаметно отключил роутер. Ну вот, я все подключил, и это автоматически оправдывает меня. Тем более, если бы я хотел отключить интернет, я бы поступил хитрее. А вот мама вполне могла так поступить. Я уронил перчатки, поднял их и начал сошкрябывать клей, обиженно смотреть в сторону. В это время мама подошла ко мне и ногой дернула провод. Сделала вид, что споткнулась, а потом, как ни в чем не бывало, села возле меня с телефоном. Я должна вывернуть ногу, чтобы роутер отключить. Мама, я понял, так вот зачем танцы. В смысле? А Данила прав, все эти твои па, дэ, или как они там, явно тебе пригодились. Это точно была не я. И вы оба знаете, что к технике, всяким там проводкам, я стараюсь не касаться. И вообще в этом не разбираюсь. В отличие от вас. Ну, мне это точно не выгодно. Да, но как объяснить все то, что сегодня происходит? Неужели это совпадение? Очень сомневаюсь. Нам всем нужно успокоиться и объективно посмотреть на ситуацию. Может, чая? С тортиком! Точно! Глюкоза помогает при мозговых штурмах. Два хитрых лиса. Ладно, я иду ставить чайник и жду вас на кухне. Но я и оттуда слежу за вами. Сейчас еще тортик достану. Мальчики, идите пить чай. Подожди! Мам, это что? А главное, зачем? Вы о чем вообще? А это что? Это же пригласительный на турнир Among Us! Тут для каждого из нас! Вот такие же человечки, как на наших футболках! Мам, это ты их сюда положила? Я? Ну уж нет! Это точно кто-то из вас! Я думаю, это был Данила! Чего это? А того это! Вот как все было. Данила первым забегает на кухню, видит, что я открыла холодильник, и аккуратно кладет на стол пригласительные. Быстро выходит из кухни и потом вместе с папой забегает на кухню опять. Да, очень правдоподобно. Я еще удивился, когда догнал Данилу у входа на кухню. Я думал, он уже давно там. Пап, мы же вместе пришли на кухню. Что за подозрения? Я вот был уверен, что это не ты. И, конечно же, не я. А вот у мамы была отличная возможность. Мама заходит на кухню, ставит чашки, смотрит, что пока что никто не идет, кладет пригласительное, а потом кричит: «Мальчик!
идите пить чай и открывать холодильник. Опять! Ну что, не отвертишься? Тем более это была твоя идея на кухню пойти. Звучит хорошо, но это неправда. И точка. Я и комп игра. Это же смешно. Думайте, что хотите. Но вот что действительно важно, это какая секция ждет Данилу. Ну, началось. А у меня есть предложение. Давайте сыграем втроем. Кто выиграет, тот и будет решать, чем я буду заниматься. А что? Это хорошее предложение. И это будет справедливо. Мне оно не нравится. Но если я не соглашусь, вы так и дальше будете меня во всем обвинять. Вот и отлично. Тем более интернет работает. Можем прямо сейчас сыграть. Идешь? Или испугался? И ничего я не испугался. Сейчас доем и приду. Ребята, у меня телефон не заряжается. Может, зарядкой что-то? А у кого-то есть другая? Свет пропал, так что здесь зарядка вообще ни при чем. Ребята, что у вас опять случилось? Свет пропал, поиграли. Ну, значит, не судьба. А вот мой телефон где теперь зарядить? Значит, пойду к подруге. Какая подруга? Признавайся, это ты все организовала. Да, мама не умеет играть и вот решила схитрить. Данила, я же с тобой была в комнате. А вот где был папа? Папа подождал, пока я и Данила вышли. Прокрался в коридор и выключил свет. Ну я ел, а потом сразу пришел к вам. Давайте пойдем вместе и проверим. А зачем вместе? Все правильно, чтобы никто больше не мог напакостить. Будем наблюдать друг за другом. Теперь я уверен, что среди нас есть предатель. Вот-вот. Странно, действительно кто-то отключил свет. Но теперь-то можно сыграть и расставить все точки над «и». Это что? Данила, это уже слишком! А я тут при чем? А вы догадались, кто все-таки из нас предатель? И как я будете ждать третьей части?